Моя морковная помада блестит вальяжно на губах. Я риэлтор из Алабамы и без понтов и на понтах. Итак, друзья, сегодня мы поговорим о доме, который я продала. Итак, посмотрите, какой домик. Со стороны выглядит, как будто какой-то маленький, невзрачненький домик. И сейчас я делаю вокруг собственной оси круг, как я это делаю обычно. Смотрите, какая тишина, послушайте. Тишина. Ноябрь. 18 ноября, 11 утра. Продавцы дома оставили много что покупателю, в том числе вот эту скамейку. И шланг. Иногда могут и шланг забрать. Конечно, видите вот эти зеленые кормушки для термитов, в которых находится еда, яд, которую термиты своей королеве унесут в гнездышко и убить колонию. Можно именно так. Покажу вам, какой тут интересный въезд. Когда люди смотрят на дом, они часто не думают, какая будет страховка. Если дом, например, если они платят их down payment, депозит при ипотеке 3-5%, они не знают, что они будут каждый месяц платить mortgage insurance, это страховку ипотеки. То есть, что такое страховка ипотеки? Страховка ипотеки — это когда государство, там эти вот эти ипотеки FHA, они хотят себя защитить от вашего банкротства. И они заставляют вас платить эту страховку, которая называется PMI. Звучит как PMS немножко. Но это PMI, это она может быть $100-$125 в месяц. То есть, если вы, покупая дом, думаете, что вы будете только платить за дом и интерес, так сказать, процент, да, вы не забывайте, что вы будете платить также налог за дом, страховку за дом и вот эту вот страховку ипотеки, которая будет у вас, который у вас может быть 3000, прям 2-3 тысячи долларов в год. То есть все, и это будет зависеть, конечно, от цены дома. И когда вы будете оформлять документы и приходить на вот это подписание контракта, вы принесете, допустим, если у вас ипотека где 3% down payment или 5%, ну, скажем, 3%, вы думаете, у вас там дом на 200 тысяч, вы думаете, ну, мне не надо тащить 10%, да, 10 тысяч. Я могу только там 5% принести. 5 тысяч, дом за 200 тысяч, я такой крутой. Но они вам припаяют страховку дома, страховку ипотеки, налог. И на подписание документов у вас уйдет больше 10 тысяч. То есть вам придется заплатить за год вперед очень многое. Понимаете, а когда люди думают, когда они хотят какой-то дом купить, и они думают о страховке, расскажу вам, как на это смотрит страховая компания. Страховая компания смотрит так: сколько нам обойдется этот дом построить заново, если его нахрен унес куда-нибудь какой-нибудь торнадо, там все сгорело и все. То есть это сумма на восстановление дома, на все ваши личные вещи, которые там, даже на то, чтобы вы находились в отеле, пока восстановление дома идет. Понимаете? И поэтому, когда вы видите дом, который там 1000 квадратных футов, это значит, где-то 1000 или больше будет страховка дома. Сейчас мы вместе с вами сядем на эту скамейку, которую мы оставили. Чистой. Сядем. Полюбуемся природой осенней Алабамы. Какое небо голубое. И последим, как там дела у соседей.
Что там за соседи? Мо, какие соседи, у них две лодки. Пошпионим. Соседи тоже любят лодки. Ну какой крест. Вот, например, гостиная, в которую вы заходите, здесь только один вентилятор. И здесь темновато, конечно, тем более, если вечером прийти. Но зато, смотрите, я ведь видела вечернюю съемку, оставили скамейку для покупателя. И вот так светло выглядит веранда открытая. Хочу показать вам, в каком состоянии пол. Вот вы видите, частично ковролин, частично кафель. Я не одна приехала сюда, со мной Серега. Посмотрите, включила уже везде люстры, где можно включить. То есть здесь место для стола. Посмотрите, какая кухня. Кухня очень такая старенькая. Но что вы хотите? Такой дом. Что там за звуки, я не знаю. Это, наверное... А это... Серега ходит, что-то там делает. Нашел что-то. Вот, смотрите, получается, здесь окошко. Здесь окошко. Вот такая необычная конфигурация кухни. Видно, что люди заменили петли и ручки. Вот, а так все... Старого типа потолки. Я это люблю говорить, асбестовый потолок. Но все равно все очень чисто и приятненько так выглядит. Так, здесь у нас что здесь? Я не помню, что здесь. А здесь выход на улицу. Здесь еще один выход на улицу. Там цветущий гибискус. Кормушка для колибри. Так, смотрим планировку. Планировка, скажем так, немножко необычная, потому что с дороги дом смотрится как одноэтажный, а с задней части он смотрится как двухэтажный. Здесь мы так вот как бы раз и чуть-чуть вниз опускаемся. Как бы комната для гостей или я не знаю. Вот из того окошка вам будут подавать ваши спиртные напитки, живую воду и мертвую воду. То есть здесь большие окна, они открываются, и можно видеть прекрасную картину, где река, зеленая трава. Здесь выход во двор по ступенькам. Вот так это все. Не знаю, видно это все в темноте или не видно. Но, в общем, они закрыли, ладно, в общем, вы поняли. Так. Много места. Здесь шикарный стол поместится. И был здесь раньше шикарный стол. Спальни в этой части дома. Я никогда не видела, что в коридоре были вентиляторы. И так замечательно шумели. Пошумывали. Посмотрите, какая раковина. И посмотрите, какой кафель. И маникюрчик заценили. А здесь другая часть. Здесь тоже такой унитазик. А здесь душевая кабинка. То есть хозяева съехали перед оформлением документов. Все почистили, помыли. Очень все симпатично смотрится.
Ну, как вам спаленка? Как вам потолочек? Вау, Оксана, потолочек. Это ставни старые. Такие уже не делают. Винтажные. То есть я прошла оттуда. Попадаю, вот еще одна спальня. Так, тут два окна. Тут, видите, два окна и вот дверь. Гардеробный. То есть вот эти двери выдвижные. И такая ниша гардеробная. Вот еще одна спальня. Одно окно тоже гардеробное. А вот такой коридорчик, да? И выход на чердак. Продавец оставил покупателю вот этот письменный стол. Мне понравилось это тем, что у меня такой же письменный стол. В нем много что можно положить. И так, он очень удобный, я не знаю. Мне такой же. И мне хочется его назвать дореволюционным. И тут оставили, да, им, наверное, лень было разбирать, они подумали, что если они его разберут, то у них все нахрен сломается. А так прям как родной стол. Вход на первый этаж, то есть получается, кажется, что это одноэтажный дом снаружи, но он так построен, что внизу как бы второй этаж, где вы, ну, где тут живет, стирает. Раньше здесь прям устраивали домашнюю парикмахерскую. Смотрите, видите, какая раковина. Так. Это выход на улицу. Это выход на улицу. Ну круто, что здесь, смотрите. Это все оставил продавец покупателю. И детские какие-то там кресла, и ковры, и занавески. Вроде бы можно сказать, что это какое-то там старое, никому не нужное. Но все равно это приятно, вы знаете. Мне кажется, это эти мелочи, потому что продавец знал, что у покупателя дети. И вот, да, здесь потолки низкие, я вот на цыпочках достаю, но это прекрасная такая вот, такой как первый этаж. Идем по цементу, он как бы крашеный цемент, да? Маленькая душевая кабинка, маленький туалет внизу. Гибкий душ. И видите, здесь построено, нижний этаж построен из блоков. То есть они здесь как бы имели бизнес, где они стригли на дому. Видите, прически делали. Прикольно, да? То есть есть вещи, которые я вообще никогда не видела. Меня они удивляют, прикалывают. Тут надпись: «Семья, которая вместе молится, остается вместе». Ну, я не согласна с этим утверждением. Так, здесь лампочки не хватает, но тут бойлер газовый. Thank you.
надпись: «Если бы меня подняли с земли, я бы всех людей в себя втянул». Это гараж такой. Смотрите, какой гараж. Смотрите. Так, это вакуумная система. Да, это старая система, когда в доме вы могли подключить к пылесосу вот такие шланги. Они бы засасывали и вот сюда, и в гараже это все, чтобы не носить пылесос с собой. Охренеть, не встать. Да, еще это есть такое, да. А еще я покажу вам, что впервые за мою карьеру, всего 2,5 года в этой профессии, продавец оставил подарки покупателю своего дома. И не только там скамейки, батута, мебель, но еще и конфетки для их детей, попкорн и даже поднос с именем покупателя. То есть после закрытия сделки мы сюда вернулись, я вернулась, чтобы сделать видос, да, записать улицу. И смотрите, они пришли, он с матерью пришел, делают обход, и они прямо в кайфе от того, что открытку подписали им. Смотрите, сделали вот такую вот, просто вот эти приятные мелочи, и свечка, и фамилия, и смотрите, товары всякие небольшие, вот вроде бы дешево. Понимаете, и сердито, и смотрите, где там какие-то игры для детей, потому что они знали, что у него есть дети, девочки. Да, именно так они пришли и увидели подарки на кухне, и увидели, что им оставили эти диваны. Да, может быть, они, скорее всего, старенькие, но все равно приятно, что что-то оставили. И такое утро, ноябрьское утро. Здесь, находясь, очень много света. Прям пронизывает весь дом этот свет. А вот эта линкоранская акация, она будет шикарно цвести такими... Помню, в Ташкенте очень красиво смотрелись. И вот этот вид на этот ручеёк, на эту речку. Представляете, а как тут красиво и круто. И светло. Я заканчиваю ролик вот этими прекрасными цветами. Махровый гибискус, которые здесь растут на улице. Потому что у нас мягкая зима в субтропическом климате. Я заряжаю вас на хорошее настроение и оптимизм. А что осталось за кадром? Что осталось за кадром? Теперь я риэлтор не с компанией Axel, а с компанией Legendary. Потому что мой прежний брокер на меня обиделся и попросил меня уволиться и найти другого брокера. То есть, на самом деле, риэлтор не может быть риэлтором сам по себе, его лицензия должна быть под каким-то брокерским агентством. Или самому становиться брокером, но я к этому еще не готова. То есть, одно дело, ты должен быть сам брокером, еще открывать свое агентство, свой офис, но, в общем, это не мое сейчас. Ну, может быть, на будущее, я не знаю. Агентство рознь. Legendary Realty — это очень маленькое агентство, здесь не проводятся сабантуи, и ты не ощущаешь себя как в семье, каждый работает сам за себя. Здесь не проводятся классы, как в больших агентствах типа Remax, Roberts Brothers, там Keller Williams. То есть здесь просто место, чтобы вам встретиться с клиентом, если нужно поговорить с новым клиентом. Обычно риэлторы работают на дому у себя. Тут есть все равно телевизор. Сейчас покажу. Очень маленький офис. Ставка здесь 20 на 80, то есть 20% забирает брокер, но он же платит и за офис, и за все. Если что-то надо распечатать, вот, пожалуйста, у него сканер, принтер, кофеечек. То есть он это все закупил. Вот. И ограниченное количество агентов.
которые здесь работают. Тут все лицензии, он размещает на стене. То есть во многих агентствах больше 100 риэлторов. В общем, он и мою лицензию тут прикрепил. Вот так. Такие дела. Ну, там туалет есть. Он заказал новые бизнес-карты для меня. Вот они пришли. Я прям обалдела. Что-то так много. Вот, в общем. Так что теперь у меня другой брокер. Такие дела. Вы меня спросили, почему я пошла именно в это агентство. Ну, во-первых, офис недалеко от дома и недалеко от именно вот того места, где я чаще всего бываю. Это во-первых. Во-вторых, здесь мне посоветовали его. И я не хотела офиса, где много людей. То есть, вот так. Буду ли я вам рассказывать подробности, почему я ушла, почему от меня избавились? Нет, не буду. Но мне было очень обидно, потому что получается так, что моя проблема, моя прямота меня подвела. То есть с американцами нельзя вот прямо вот так вот раз и задал вопрос. Нужно начинать вот сначала здравствуйте, потом извините за беспокойство. Я знаю, вы очень заняты, но, пожалуйста, дудым-сюдым. Вот. А когда ты просто здравствуйте и вопрос, оно звучит у них как руд. То есть как будто бы ты их воруешь время зря, и ты, как говорится, ну, с неуважением. В общем, то есть надо со всеми, с американцами расшаркиваться. И вот все время говорить, извини, сбил хакойса, я знаю, ты очень занят, бла-бла-бла, пожалуйста, спасибо. В конце спасибо, то есть... Потому что они, особенно, ну, когда ты это пишешь, это воспринимается как неуважение их времени и обесценивание, так, в общем-то. Так что, да, надо, как говорится, расшаркиваться побольше, чтобы не прослыть неуважительным человеком. А что осталось за кадром? Что осталось за кадром? Переходите на мой канал на английском языке, где вы посмотрите новый дом за 280 тысяч, там говорю на английском, и беру интервью у американского риэлтора. Ну, про эти дома. И о нем хотел узнать. Я заряжаю вас на хорошее настроение. Мандариновый рай Алабамы вас приветствует.